Всем привет, с вами Андрей. Мы сегодня, скажем так, обсудим планы на будущее, и я прочитаю все ваши гневные комментарии, которые вы прислали мне за 2 месяца существования канала. Надо музыку сделать потише, кстати, я включил Mario 3 Team. Потом будет другая музыка тоже, которая мне нравится, похоже, в этом жаре. Поэтому, кстати, как видите, я не скатился. Просмотры 5-0, это хорошо. Общее время 56-1, у меня такого вообще не было. Ну что, как говорится, вперед к победе. Так, с моего ответа на проверке вообще у меня комментариев нету. Да, половина комментариев про доту. Это вообще. Итак, кстати, вижу твои старания напрасно. Ты большой молодец, главное держи. Добьешься большого успеха, держи кулаки, что ты станешь популярным. Я тебе сделаю рекламу, если подпишешься на меня, да. Владика, не надо писать такие комментарии. Это вот сразу же, не попадайтесь на такое. Это рекламодатель, который может помочь тебе, но запросит очень большие деньги. В итоге канал закроет на ютубе тебе. Так что не надо. С наступающим, кстати, классный комментарий. Я даже его оценил. Просто великолепно. Еще, кстати, он мне написал тоже самый комментарий. Хорош, ты тоже помнишь этот мультик? Конечно, помню. Даже его можно забыть. Почемучку наш любимый. Так хорошо все объясняет. Партнер, отлично, до встречи. Молодец. Топ видео, мне тоже понравилось. Тоже. Так, ну, Dark Castle не буду отвечать, я его... Он уже разбанен, так что не волнуйтесь. Это вот не люблю комментарий, кстати. Фу. Ему дизлайк за это надо ставить. Отвратительно плохой человек. И на него надо пожаловаться. Класс. Да, автобусы у нас такие ездят. И такие, кстати, тоже. В нашем городе. Собственно говоря, да, я живу в городе Волжском, Волгоградской области. Россия. Так что больше не надо спрашивать, где я живу и так далее. Вопросы. Вообще убило. Это правда больше на КТСКОП похоже, да. Это в смысле то, что там показали момент, когда он собрал телескоп, а там типа было, как он выглядит, как ледоскоп. Так, это опрос, кстати, его надо будет вынести в отдельную. Ой, надо было вынести в отдельную. Я потом вынесу в отдельную страницу, тоже его обсудим. Так что это главное. Так. Сейчас вернем комментарии. И он там был. Виктор, вот он. Крисук много к ним. Продолжай делать то, что и делать тоже больше нравится. Попробуй новые форматы. Поэтому не получится летсплей, попробуй их манить. Монтировать. Да никому не нравится монтировка. Катя, ну, я тебе объяснил уже. Монтирование ничего не добьется. Я тебе это уже объяснил. Скоро поездка на Волжанин 606, кстати, Артём. Это мой друг. Партнер, который тоже снимает видео в Волжске. Он даже приглашал меня, но... Прости, Артём, у меня работы много. Почти не лагает, да. Он не лагает. Какой был портовой мор номер? А, я это объяснял ему уже. Неплохо, да. Круто. Поездка на трамвае. Прикольно. Хорошее видео. Продолжай в том же духе. Отлично. Камера трясет, да. У нас трамваи такие ходят. До сих пор. Обновления общественного транспорта нет никакого. А теперь его и вовсе хотят закрыть. Потому что слишком дорого. Где стрим? У меня это был стрим. Топ и сам тоже, да. Кстати, уникальное прохождение на моем канале. Автор, у тебя микрофон количный. Да теперь я отодвину, пойди, должно быть слышно. Мне нравится, что ты делаешь, но мне микрофон немного надо отодвинуть, да. Я согласен. Уже отодвинул. А, ну вот. Те самые комментарии, которые гневные были. Вообще.
парни, которые все говнят и пишут одни и те же комментарии, чтобы вот просто показать, что они умные. Что, видите ли, если мы обзовем человека дураком, значит, мы умные. А сами не дураки, разве не? У нас очень вместительные автобусы, да. Я думал, что эти автобусы уже давно не ходят на 14-м, да, ходят. Чемиза. Ну, кстати, я его хотел... Хотел этого человека... заблокировать. Ладно, я потом сделаю. Без тебя. Не забыть только потом это. Когда будет полета на Airbus? Маршрут полета на Airbus. А такого. А что такое Airbus? Вы вообще понимаете? За что мне вообще вот это поставить надо было? 3 лайка. Фу. Дерьмо, фу. Человек со странным лицом. Пошел вон ты, с моего канала. Подписался еще. А тут вон еще 3 человека. Тут ему обозвали у себя дома. Тут пошло одно и то же. Я не буду даже читать вот эти комментарии. Тут половина ответов. Очень плохое видео. Фу, ты ненавижу. Когда будет видео? Что ты снимаешь, платить 50%? Фу, человек идиот. А что с него взять? Он идиот. Когда будет Dota 2? Да. Сплошные комментарии. Когда будет стрим с вами зло? Никогда. Сплошные дотеры, блин. Кстати, я хотел ответить на самый популярный вот этот вопрос. Никогда не будет видео у меня Dota 2. Еще раз повторяю, никогда. Потому что эта игра, во-первых, это... Я знаю, что по ней устроить чемпионаты, потому что это популярное, но... Я не пущусь до уровня ребенка, чтобы играть в такие игры. И я не стану тем человеком, которого вы думаете. К этому я уже ответил, этому уже ответил. Но, собственно говоря, я отвечаю на такие комментарии. Хорош, как никогда, да, согласен. Наконец-то. Но пока что шлак какой-то. Да нет, у меня просто он тормозит. Печальная беда, да. Видео, которое я сам удалил. Честно признаюсь в этом. Рома, посмотри, да, я знаю. Чёж пишет, мы увидели автобус, в чем смысл? Да в том, чтобы снять автобус уникальный, посмотри, чтобы вы его увидели, наверное. Самоходный автомобиль, движется без помощи лошадей, да. Тупого комментария я никому не видел. Кстати, мы близки к концу уже. Сейчас включим другую музыку. Не бойтесь, занимает это недолго. Повтор включен. Надеюсь, нас за это, кстати, не забанят. А то все-таки музыка это же хило. Зачем? О чем этот видос? Почему он у нас в ленте? Я вам 100 раз отвечал, почему я такое снимаю. Да потому что я вам показываю окрестности. Тот транспорт, который у вас был, он не ходил. Я пытаюсь, как нормальные люди, которые транспорт снимают. Ты все. Вау, хорошее видео, хорошо познакомиться с тобой. Я часто приезжаю, кстати, какой-то китаец, то ли кореец, то ли кто написал. Молодец. Собственно говоря, это все комментарии были. Сейчас мы поговорим о планах на будущее. Заодно я покажу аналитику. Видите, какая она крутая у меня. А? Не скатился я. А то многие тут постоянно утверждают, что я скатился, видите ли. Неправда. Да, собственно говоря, отказываться от летсплеев, полностью посвятить канал поискам, да. За это голосуют больше всего. И хорошо. Я так и буду. Собственно говоря, на самом деле, я почему решил это видео записать, потому что с вами непонятно, народ, что вы хотите. Я пытаюсь совместить два жанра. Сначала у меня были под... Типа, вы любите автобусы, потом любите летсплеи. Потом летсплеи вы не любите, любите автобусы. Я вас не понимаю, народ. И в этом проблема. Я проводил опрос. Он ни к чему не привел. В итоге, под вопросом
имеется в виду то, что я не понимаю, что народ хочет, поэтому я решил, что мне надо ЛСП перенести на другой канал, собственно говоря. На этом канале у меня вот будет автобус, то есть я буду снимать полностью транспорт, там другие видео связаны с городом Орском и так далее, городами. То есть это полностью городской канал, можно так сказать, где будут только автобусы. Я потом название, кстати, сменю канала. Собственно говоря, я вам расскажу секрет, у меня есть второй и третий канал. Ну, я потом, конечно, отдельно видео входное запишу, что тут будет, поэтому... Как бы здесь будет только контент вот исключительно для вас, для детей, которых подписаны на мой первый канал. Поэтому я вас очень прошу сюда прийти и подписаться. Вот видите, как написано? Детский канал счастья. Он так и называется. Ссылка я оставлю в описании. Поэтому, если вы любите детский контент, который вас именно интересует, который набирает популярность, то... Очень прошу вас, подпишитесь сюда. Не подписывайтесь на мой основной канал, потому что вы... Я не люблю, когда мне в срач пишут эти комментарии, типа, о чем это видео, когда будет Dota 2 и так далее. Честно, поберегите мои нервы. Это первое. Второе, у меня есть теперь канал для игр, те, кто любит игры. Поэтому... Я очень прошу вас, те люди, которые любят игры, подпишитесь на этот канал. Игровой подгребок молодца, пока называется. Можете, конечно, изменю название, кто его знает. Просто, действительно, мне сложно удерживать контент на одном канале. То есть, кто-то любит одно, кто-то любит другое. Это все нервно влияет на алгоритмы YouTube, которые... Не допускает, допускает то, что видео попадает в рекомендации. А так как YouTube в последнее время убивает каналы очень активно, я просто не намерен терпеть аудиторию детей на первом канале, которые пишут мне одинаковые комментарии, которые вообще не смотрят мои видео. Поэтому на втором канале будет детский контент, на третьем канале вот это вот будут... Контент связан с играми только. И новостями связан с играми. Так что... Просто я по-другому не мог сделать. Мне надоело это. Постоянное... Во-первых, перебегание с аудитории на аудиторию другую. То есть кому-то нравится это, кому-то нравится то. Во-вторых, это будет лучше для каждого. Я понимаю, что мне придется заново копить просмотры подписчиков. Но так-то я разделю хотя бы хоть часть аудитории, которая любит только игры и контент, который не нравится детям. Поэтому все логично. А. Ссылки в описании я оставлю, и они находятся даже на в описании моего канала. Вот здесь. Я их прикреплю там. Те, кто не могут найти, то сами не поймут. Сейчас я вам даже покажу, как их находить. Короче, заходите, я не знаю, на мой канал. Это для тех, кто не могут пока не могут найти мои ссылки. Вот заходите на мой канал. Видите? Вот мой второй и третий канал. Заходите и подписывайтесь. Вот ссылка. Если вы хотите все смотреть, пишите все уведомления. Все. Ничего больше другого от вас не требуется. Те, кто не нашли, сами не знают. Я все сказал. Так что все. Увидимся уже там, где это надо. И в автобусах, и так далее, транспорта, все. Всем счастливо. С вами был Андрей.